2 марта 1941 года. Николай Мордвинов, актер. Вчера до съемок смотрел диснеевские мультипликации. Замечательный выдумщик. Чудная фантазия. Огромная экспрессия. Свет такой, какого у нас нет пока. Это мастерство. На пустяшном материале делает вещи, говорящие о вечных темах. Смотрел Чкалова. Фильм будет пользоваться успехом, но успехом от любви народа к герою. Фильм сделан поверхностно. Чувства периферийные. За изумительной биографией неуемного таланта нет человека. Есть факты, а человека нет. Одна и та же часто повторяющаяся ошибка. Нет развернутой, емкой, с огромным внутренним запасом силы, правды жизни, неисчерпаемого, недосказанного, но ясного и правдивого чувства.